Мой глупый мишка, смешной мальчишка, такое жжет, не смешно, ну и шо. Мой глупый мишка, смешной мальчишка, такое жжет, не смешно, ну и шо. На стыке эпох модно делать кранк, модно кричать, мол, я из Underwater Era Productions. Модно ебашить на батлах, не попавши ни разу в биты, с панчами типа биты. Я гитара 14 всего лет, но нужно мата побольше. Хилзов еще нет, но дикции трек не испортишь. Испортишь, зайдет по поводу вылета, но тебя ведь засудили, судьи пидоры. Давай-ка выровняй свой вектор, направленный к небу. Под минусах 50 центов ношу я свою лепту в развитии рэпа для бедных умов, что бредни и бренды отождествляют, двигая в клэпы на шопах лейбами. Эй, йоу, бейба, иди сюда, бейба, встань на колени, бейба. Я охуенен, верь мне, задери ноги, это не кан-кан, не гавкай. Просто нежно пропусти меня в мир своих тайн. Мой глупый мишка, смешной мальчишка, такое жжет, не смешно, ну и шо. Мой глупый мишка, смешной мальчишка, такое жжет, не смешно, ну и шо. Привет, любимая, как дела на работе? Ты в чем сегодня рассекала просторы подиумов? Ты что молчишь или я чего-то не понял? Кстати, зай, прикольный такой топик. И ты прикольная, иди ко мне, я дико соскучился. Давай подставляй под губки свои нежные ручки. Что такое, куда, зай, я что-то не то сказал. Я не врубаюсь, ты на меня зла. Я тебя вообще не узнаю. Я что-то не понял. Зашла, даже не поздоровалась. Как-то... Я что-то не понял. Это вообще левый человек. Я что-то не понял. Может, ты объяснишься как-то? А? Зачем сумка? Зачем собрала вещи? Мы едем в отпуск, а ты что, не едешь? Далеко или, как всегда, к твоей маме? Я в этот раз не хамить ей, но обещаю. Ну что ты, она очень милая женщина. Ведь подарила мне такое чудо, честно. Люблю тебя, не рви мой паспорт. Да не молчи ты, блин, рассказывай. Так, объясни мне, пожалуйста, в чем виновата ваза? Почему ты ее разбила? В чем дело, Ксюша? Зачем бить тарелки, а? Потому что я тебя ненавижу. В чем дело, Ксюша? Я нифига не понимаю, что происходит. Потому что ты козел, Ксюша, придурок! Объясни мне, пожалуйста. Ты спал с Машей, вообще Дашей, просто. Сашей! Да я, блядь, спал с твоими подругами. А что мне по полгода дрочить до фотки, сука? Пока ты там в командировке, жопа светишь модель ебаная, блядь, меня все достало. Я ненавижу пидорков прилизанных, что вокруг тебя так и норовят рвать вас всех, используя входы и выходы. Ты же сосала у директора на выходных. Ненавижу! Я знаю все о тебе, сука. Ненавижу тебя, ненавижу. Лживая тварь. Козел, блин, ты мне жизнь всю испортил. Да как ты мог вообще, как ты мог? Ненавижу! Ай-яй-яй-яй, не-не-не-не, понимаю, как мог связаться с тобой. Ведь жизнь не раз стервами по сердцу била, но я менял в глазах серого цвета обои на синие и танцевал на поле минам. Я так хочу перевести часы на пару лет назад, чтоб разнеслось по миру каткит. Я так хочу забыть все свое прошлое на барбарикадах с ней. Иди ты. Слэм, 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 слэм. Иди нахуй, сука. Слэм, 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 слэм. Иди нахуй, сука. Слэм, 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 слэм. Иди нахуй, сука. Слэм, 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 слэм. Валенти, привет тебе. Вывести лидера батла, парень. Если ты никто иной, как копия клоуна Сая. Если ты бездарно выдаешь нытье под бит, красавец, спроси у Чети, как достойно проебать мне в паре. Падай на кресло, пались сюда, вникай, сударь. Как надо прокачать толпу, потом судач. Мол, МРК протянули в третий, а ты с утра до ночи неделю день за днем шедевр писал. What's up, man? Че такое-то? Че расстроен-то так?
Если у большинства, то с ритмикой тоже траблы. Ты что, ебашь себе в нудненьком стиле? Заплыв твой лишь по мелководью, малец, увы, ты лишний. Наша пара, а.к.а. читки, урок. Просто Энджи, нужно заполнить свой мозг. Просто из-за отсутствия опыта работы с микро этот дурень лепит шляпу, да и ту с трудом. Если хип-хоп это ненависть, тогда кто я? Если олень назвался рэпером, тогда кто я? Если соперник в паре лузер, тогда кто я? А я и есть ваша одна любовь, что навсегда. Если хип-хоп это ненависть, тогда кто я? Если олень назвался рэпером, тогда кто я? Если соперник в паре лузер, тогда кто я? А я и есть ваша одна любовь, что навсегда. Что бы ты ни говорил, ты никто, таких как ты, тысячи, ты обычный клон. Что бы я ни говорил, будет фурор, каждая фраза панч, ты понял? Скажи, ты мог бы перегнать меня, менять ритмику, произноси слова внятно, вряд ли, ведь в авторе чего аппарат падлу даже раскрывать тему оригинально. С таким лохом ты сдох бы от такой плотности, твои потоки не способны мысли плот нести. Пока мы пульс не стих, пока пишу не стих, я попиваю на стих, буду пиздить на вас, не дай всех стись. Василь, не лезь в рэп, это не по силам тебя, обломать рога, ведь Новосибирск мимо, Киев, точку. Соперник захлебнулся, бой окончен. Если хип-хоп это ненависть, тогда кто я? Если олень назвался рэпером, тогда кто я? Если соперник в паре лузер, тогда кто я? А я и есть ваша одна любовь, что навсегда. Если хип-хоп это ненависть, тогда кто я? Если олень назвался рэпером, тогда кто я? Если соперник в паре лузер, а я и есть ваша одна любовь. Если хип-хоп это ненависть, тогда кто я? Если олень назвался рэпером, тогда кто я? Если соперник в паре лузер, тогда кто я? А я и есть ваша одна любовь, что навсегда. Всем привет! Учитывая, что нахожусь в паре с известным своей оригинальностью, то и начать я бы тоже хотел с припева ебанутого по исполнению, да и по содержанию не лучше. Встречай, Красноярск, тебе в гости еду, Дима, да-да. Ты вновь пролетишь в этот раз уже в танце мимо. Привет, задание для меня осталось непонятым. Перспектива раскрытия призрачной, как карьера в футболе Николая Валуева. Подумал в суе, вот каким хуем-то направляет трек на человека. Люди хуй, стоп, о ком писать? Ответ мне полетели горы панчлайнов, тут аллегория. Made in USA, на деле made in China. Так вот, дорогие родители рэперов, знайте, что ваши чада чадят постами, так что закрылась последняя чакра во мне. А ведь исправно функционировала. Спасибо Кашпировскому заводу, видимо. Таки настало время произвести ребрендинг МРК, теперь не рэпер, МРК, брейкер. И вот собрав волю в кулак и скинув пару кило, я приступил к начальным постригам, держать руки локоть. Вот так как надо, вот так как делал на видеокором. Бери стену гуру, но будет вынесен скоро. Строго play kid, brain ring. Тогда точно будешь знать, когда придумали kill. Эта фраза не случайно оказалась в куплете. Просто рэп должен нести доброе светлое детям. Встречай, Красноярск, себе в гости еду, Дима, да-да. Ты вновь пролетишь в этот раз уже в танце мимо. Встречай, Красноярск, тебе в гости еду, Дима, да-да. Ты вновь пролетишь в этот раз уже в танце мимо. Теперь немного о батловых похождениях Дмитрия. В том году на Батлера вор он был мной выкинут. Эта ремарка не случайно появилась в треке, просто раскрывая смысл припева и тему по ходу. Но меня прет он ноу-хому, нет хама или клону, что в треках пьют воду. Он не такой, он истинный друг, он истинный друг. Это строгий респект в преддверии финального спорта, но к спорту тут-то будто, будь-то фристайл или брейк. Веса поболее на пару фунтов каждого вунта. Сибирского паренька, ух, как вроде и страшно, но меня не оставить в бинтах. Хоть он и пиздат, но я ведь не зря делаю 20 подряд на голове оборотов и в такт, и в трап, и что, и трап, ах да. В таких вот раздумьях и прилетел в стольный град. А пока принимает душ, кушает, тусует с комильфо в Чарли, случайно так, за небольшую плату, озвучу объявление. Продам почти Феррари, тоже итальянская, тоже красная, но Фиат Уно. 1985 года выпуска, расход топлива, нету топлива, пробег никто не знает, на ходу. За $100 отдам вместе с сервантом, в котором он стоит. Или же поменяю на фотографию подносковца в душе. Звонить 353-6737, спросить сайта МС. И вот наступил день батла. Ну, выхожу я такой прикинутый в трайбл, у меня шмоточки там, кортезы. Дима такой в спортивных штанах, туфельках. Вот, ну, как всегда, в общем.
всего по выходу. Пару минут до славы, и сможет оргалит и выдержать всю мощь ударов. Всего две пары ног, всего две пары рук, и тысячи лиц устыли в предвкушении рубки. Я начинаю с отточенной связки, делаю сальто, перевернувшись столько раз, сколько напор на сайтах. Самых развратных видео не верьте дамой, и уже знаю точно, кубок будет чей. Домой, домой должен приехать, только со щитом. Но фактор неудачи нельзя сбросить со счетов. Но ничего, отроки, черв, утворки, твист. Теперь коронка бит на голове смелей. Оборот, 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 потом выход на фриз. Главное, чтобы не подвели мышцы. Ор вокруг, ор вокруг, ор вокруг, женский визг. Победу держу крепко кистями в мыслях. И остается выход Дима, но тут встает пять плюх. Как оказалось, его случайно пригласили в судьи. И такой говорит, мол, я Диму знаю, охуенно пляж, не надо ему доказывать это. А вот и Маркач от быстро так все делал, как-то вот не по-пацански, суеты многовато. Ну и вручает трофей Коробу. В общем, вот так я свой первый и, видимо, последний батл по брейкдэнсу случайно проиграл другу сибиряку. Хотя знаете, друзья, все-таки случайностей не бывает. Всем пока! Яу-яу-яу, МРК, раунд номер 5. Я видел изнутри движ этого форума. Пору вам стать каждому в горле комом. Я делю факты о вас ровно на две полосы, потом вдыхаю их носом. По ГОСТам нужны люди, превращенные в ростби. По ГОСТам береги кости, ман, береги, а то перемоют и не спросят. Нет спроса на мораль, лучше души марать. Эти номера по номиналу хай. Каждый делает ру-стайл, но нахуй врать, гид. Ты слышал АСД, УЗИ? Я видел это УЗИ. У Вити будет сын, у Вити будет сын. У Махи будет сыпь, у Арчи будет стим. А у меня есть стимул скрывать вам ваши головы щеглы. Сегодня я мистер Слоу-Флоу, как минимум. Я видел изнутри движ этого форума. Пору вам стать каждому горле комом. Я делю факты об ровно на две полосы, потом вдыхаю их носом. Почему ты классик, Витя, или ебашить мимо бита? Это и есть классика рэпа во Владике Вутон, не Вутенг. Почему ты против меня? Почему ты в паре номер один? Видимо, кто-то в коме родил, что МРК вылетает, а хуй вам слип. Не сейчас, и вряд ли он вплоть до финала будет. Мувиас, простые зрители и вершители судеб. Обсудим, отступив от сути, абсурден ли судьи сей супербой? Или спасует перед судаком киевский бойнг? Да вряд ли, ставьте хоть вряд вы. Всех ваших рэперков я в ранге раньки ломаю. Битца, скажи мяу, когда с тобой МРК и туман. Я не буду говорить, будто бы ты не делал никогда нормальных треков. Но сегодня UA number one. Это не текст, это вода, это не вызовет культурный шок. Это лишь мама микрофон шоу. Мама микрофон шоу. Ми-м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 и микрофон шоу. Мама микрофон шоу. They say, what's the M.O.? Another rapper was hit by Mr. Slow Flow. Я видел изнутри движ этого форума. Пору вам стать каждому горликомом. Я делю факты об вас ровно на две полосы, потом втыкаю их носом. Это Комель Фэм. И не только. Шестой раунд, никакой ругани, только лишь крепкое, дружеское рукопожатие. Короб и МРК. МРК и Короб, самый ожидаемый спарринг 13-го независимого батла. Спасибо Рандому. Респекты Киеву. Респекты Красноярску. Боязнь притупила ум, умирают уникумы. Но кубок абы кому кинуть не посмеем мы. Нас менее чем трое, и масс-медиа расстроены последними гастролями одного из нас. UA без рук, как без рук, школьник без рук. Ру без UA, как без колонок звук. Рэп без соплей, рэп чисто вдвоем. Ведь соло не особо способно вытянуть весь объем. Ладони потеют при мысли потери брата. А если по теме, то страх этот оправдан. Ведь люди-приматы вносят ремарки на форумах. И тут один четкий почерк,
светлые формулы. Текста оформлены, как амфоры греков. Чует комфорт он в рэпе, как рыбы в реках. Да он такой, и с ним не жди ругань. Не страшно проебать, страшнее потерять друга. Страшнее потерять друга. Страшнее потерять друга. Культурному транзиту быть во что бы то ни было. Боязни боя с обоймами полными нет. Фобия рандома в степени равной с потерей брата заставляет ратовать, нарушая правила этого раунда. За правду фраутом в соседних парах раут вожди сделают живее. Почья уши однородным фаршем. Чему трон, если один на двоих микро? Если напором слов тронут каждый микрон. Если переплетение строчек и строк тебя зацепит за живое, будь хоть трижды словно фьюстрок. Стой, клаустрофоб, и не полезу в короб. Даже самый комфортный, но знаю точно, что не выпущу когти. Хоть я и кот, пусть да и коты, но вспоминают те, кто ждал жестокого боя с летальным исходом. Текста оформлены, как амфоры греков. Чует комфорт он в рэпе, как рыбы в реках. Да он такой, и с ним не жди ругань. Не страшно проебать, страшнее потерять друга. Страшнее потерять друга. Страшнее потерять друга. Страшнее потерять друга. Два города на букву К, Connection Cup. Культурному транзиту быть во что бы то ни было. Поезда к перронам городов уже прибыли. Два города на букву К, Connection Cup. Короб МРК, успешный факт. Боязни боя с обоймами полными нет. Да коли дополним до боли в глазах друг друга светом. Вдвоем идем к финалу, боясь одного. Перевернув стоп на голову, батл не потерять все. Культурному транзиту быть во что бы то ни было. Поезда к перронам городов уже прибыли. Два города на букву К, Connection Cup. Короб МРК, успешный факт. Боязни боя с обоймами полными нет. Да коли дополним до боли в глазах друг друга светом. Вдвоем идем к финалу, боясь одного. Перевернув стоп на голову, батл не потерять все. Перевернув стоп на голову, батл не потерять все. Вот они мы, вместе. Два города на букву К, Connection Cup. Киев и Красноярск. Мы не испытываем страха.